Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go. Здравствуйте, мои дорогие. Дениска, поздоровайся со своими друзьями. Как ты говоришь? Baby Go, правильно. Сегодня у нас соревновательная игра. Вот, у нас из ваты сделаны снежки. Мы сейчас их, вот они у нас разбросаны. И сейчас Дениска с мамой будут на время собирать мешки, такие импровизированные корзинки. У нас корзинка-стаканчик. Да, Дениска? Кто из вас больше соберет, тот победил. И, ребят, не забывайте, что это такая игра для детишек от 2 до 3 лет. Вот, периодически эту игру надо повторять, ведь суть такой игры заключается не в простом веселом времяпрепровождении, а в учебе и получении знаний. Соответственно, какие мы здесь знания получаем? Мы здесь получаем знания, во-первых, о материалах, да? Во-вторых, мы какую-то фантазию включаем, потому что, в принципе, вата у нас похожа на снежки. Ну и плюс у нас внимание работает в первую очередь. Кто быстрее соберет снежки и больше увидит. Правильно, Дениска? Ну что, поехали? Давайте, я считаю до трех, и вы начинаете собирать с мамой в стаканчике. Раз, два, три. Давайте, вперед, Дениска, смотри, мама уже. Так, ну помогай. Давай, собирай, собирай. Кто быстрее соберет снежки в стаканчике? А как, ты сейчас проиграешь, если ты так медленно будешь собирать снежки. Упал, давай, поднимай. Поднимай. Так. Смотри, у мамы уже полстакана, Дэн, а у тебя он, смотри, пустой. Смотри, у тебя пустой стакан. Ты вот один только снежок положил и все. Давай. Не получается? Ты хочешь тот стакан забрать? А, ты хитрец. Смотри, мама выиграла. Давай еще раз повторим. Ну что, кто быстрее у вас? Ты или мама? Я считаю до трех. И мы начинаем. Раз, два, три. Давайте собирать. Кто быстрее? Вот, смотри, мама уже полстакана собрала. Денис, ты пока собирался, мама вон... А, ты хочешь схитрить? Вот, видите, Денис себе удлинил время, потому что он схитрил. Так, а твой стакан, смотри, совсем пустой. Ты проиграл? Ну, это хитрость, конечно, я не спорю. Ты мамины все снежки вытряс обратно, и все. Сломал стакан. А кто будет собирать твой? Посмотри, какой бардак на столе. Давай, собираем. Пока мама стакан выпрямляет, ты должен максимум собрать снежков. Давай сейчас, смотри, стаканчик. Давай, папа начнет. Давай вместе со мной ты будешь соревноваться с мамой. Давай. Раз, два, три. Поехали собирать, давай. Кто быстрее? Кто быстрее? Собираем, собираем, собираем. Ты... Ну, давай, клади, клади, мы сейчас выиграем. Давай, быстрее, быстрее, собирай. Клади. Опа! Ну все, мы с собой, по-моему, победили. Давай сравним количество ваты в мамином стакане и в нашем. Давай. Сейчас посчитаем. Вытряхиваем все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Сколько у нас с тобой, Денис? Десять. Десять снежков. А у мамы только раз, два, три, четыре, пять, шесть. Дениска, смотри, мы с тобой счет потренировали. Попробовали бардак на столе собрать, да, в порядок? Посчитали количество снежинок. И победили маму. У нас, смотри, какая реакция, какая скорость, внимание, да? Надо почаще нас с тобой эту игру тренировать. Друзья, вы тоже можете пробовать. Берите не обязательно вату. И соревнуйтесь на скорость друг с другом. Ну, а с вами был канал Baby Go. Мы надолго прощаемся. Подписывайтесь на нас, ставьте на пальцы вверх. Пишите в комментариях, чего вам не хватает, чего вы хотите увидеть, что вам нравится, что не нравится. Ну, а мы с вами прощаемся. Денис, помаши своим друзьям ручкой. Пока-пока. Пока-пока. До новых встреч, друзья. Пока-пока.